Я хотел бы сказать пару слов. Значит, первое. После встречи с министром мы официально заявили о нашем требовании, которое исходит из трех пунктов. Первое. Восстановить всех незаконно уволенных. У нас более 100 человек, специалистов. Более 100 человек, которых незаконно уволили. Сегодня 50 исков подано. Значит, у нас уже есть опыт, у нас уже люди выигрывают эти иски, и кто-то наносит ущерб государству, и кто-то за это должен будет ответить. Второе. У нас есть требование, чтобы эту банду всю отсюда убрали. И третье. Значит, всем субъектам хозяйственной деятельности, всем стивидорным компаниям, которым ставятся препоны, дать зеленый светофор в работе, всем разрешить строиться, развиваться, заводить инвестиции, не блокировать работу МСК, Бунту, Ковка. Ковка стоит пароход уже больше 10 суток, который не пускается сегодня. Маркони, буксиры заблокированы стоят. МСК, потеря 1 200 000 тонн груза. Мединвест ушел. Бунге не согласовывается ни одного разрешительного документа дальше на строительство. И так далее, и так далее. Поэтому мы все стоим, и пока не будет выполнены наши три требования, мы отсюда не уходим. Я попросил, мы весь трудовой коллектив обратились к народным депутатам всех фракций поддержать нас, поддержать портовиков с их честным требованием. Спасибо.